Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас опять обзорчик крутых акций, немножко рульных донатных акций. Ну, все как обычно. Самое интересное, что на китайке уже дают возможность получить затрату самоцветов не Некроса, а целого Огнекрыла. Я вчера на стриме показывал, для тех, кто не знает, вот эта акция затрату, как видите, уже за 60к вы получаете целых 20 осколков, 10 коробок. В принципе, круто. Дальше за 88 плюс 60. То есть, по сути, те, кто играет без доната, бегают там в лабиринт, есть хороший шанс добить недостающие осколки, получить еще топовые руны. Ну и за 160. Берс 8, 7 эмблемки, ну и мешки. А помимо этого, на трату, ну, за покупку такую вот можно тоже параллельно купить вот здесь. Плюшки, они будут учитываться там. Но лучше, конечно же, без доната пароли там героя либо чары. Но вот так вот. И дальше идет топовый рынок. Начали сегодня продавать 8 эмблемки разброса, 8 эмблемки замедления. Вот так вот. И, ну, стандартные там восьмые большие. Плюс здесь за половинку можно еще 100 сколько иметь. В общем, вот так вот, ребят. На китайке все сделано как и для доната, так и для без доната. В принципе, самый такой оптимальный вариант. Вот такие вот я плюшки забрал. Конечно, они не все. Там часть в складе уже. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Поехали. Пробежимся по акциям. Надо будет сегодня уже довести китайку топ-10. Потому что вчера на стриме уже было немножко лень вот это щелкать все. Так, есть добили. Что тут получили? Шестую эмблемку. И пятые атлантики. Давайте посмотрим, что тут нам сейчас выпадет. По сути, я думаю, ближе к Новому году будут еще акции подобные. Не знаю, на русском, конечно, их не будет, а вот на таких серваках, как Китайка, будет возможность получить топового героя, в принципе, либо за накопленные, либо там еще каким-то образом. Но суть в том, что он дешевеет, и без доната скоро тоже будут наконец-то с огнекрылами. На китайке, конечно, намного больше людей с огниками, без донатов. Потому что здесь и акции есть на сумочке. Другие ивенты. Так. Ну, в общем, его можно будет намного быстрее собрать, чем на русском, как и все другие итемы. 50 сумок, отлично. Ну вот сразу же повторно заход пошел, но мы его не будем использовать. Так, окей. С этим мы разобрались. Что тут у нас еще есть? Это акция. Наверное, скорее всего, за покупку, либо за трату. А, вот оно что. Оу. Ого, ничего себе. Смотрите, сколько скинул. Возможность получить героя, недостающий Некрос. Круто. Рейка. Так, что тут есть? Медуза. Медуза, Валька. Влад, Рейк. Гаргул. Неплохо. Я вам скажу, очень-очень даже неплохо. Так, смотрим, что у меня тут. Махатма, дерево, сердцеедка. Вот медузу надо собрать. Медуза и Влад. Медуза 20 осколков. А Влада надо все остальное забирать. Неплохо. Вот это мне нравится.
Насколько больше итемов? Заодно все остальное на Влада Дракулу. Сколько там будет, не знаю, 3 или 4, в принципе, должно где-то хватить. Так, отлично. Ну и породим заодно сейчас. Очень долго. Так, давайте заберем плюшки. Сразу же подкачаемся. Так, медузка у нас уже на максималке. Интересно, на каком сервере я быстрее заберу скины все. В принципе, наверное, на английском было бы быстрее все. Так, отлично. Что-то я даже много забрал. У нас осталось Махатма, дерево, сердцеедка, Тесса вообще нет, и Купидончика добить. Так, поехали дальше. Что тут у нас? Тут у нас хрустальный, отлично, это тоже мы посмотрим. Причем он идет не один день, как у нас, а два дня, и пират. Опять же, смотрите, какой пират с сумочками Огнекрыла, то, о чем я и говорил. Так. Так, это что за акция? За покупку какие-то плюшки дают. А вот еще какая-то акция, куча дает плюшек. Не знаю, что именно, но смотрю, дают очень много всего. Лет его знает за трату или за что, надо будет посмотреть. Так, это, по-моему, счастливое число. Кстати, в счастливом числе нормально, как видите, дают питомцев и кгшек. Неплохая тоже тема для ресурса, получше, чем у нас на русском. Ладно, в это я потом поиграю. До 12, до 2 числа. На, поехали, следующие акции. Пойдем открывать плюшки. В общем, как видите, на китайке все-таки самый такой комфортный. Так, это на смену. Сервер для как и доната, так и без доната. Так, это у нас, по-моему, затрату 6 левела что-то дали. Ну, сейчас посмотрим, интересно. Неужто эмблемки? Да, это затрату акция. Одну рунку дали. Серьезно. Так, еще одна акция. В общем, на китайке, как видите, акции дофигища. И они причем разные, даже по сравнению с английским. Для доната акция получается. Это акция за вход. Вчера я получил с нее века. Награды все есть. Ну, честно говоря, неплохие вроде награды, но хотелось бы получше. Так, а это стор. Я его тоже показывал тут. Куча разных ништячков есть. Ну, честно говоря, не особо она меня впечатлила. Так, окей. Поехали. Поехали, будем открывать плюшки. Что у меня тут есть по плюшкам?
сундуки, я кулаки слил. Так, чары у меня тут уже расставлены. Сундучки. Вот неплохо было бы отсюда значков почета натащить. Так, 150, 150. Ну, книги 300, отлично. То, что надо. Плюс 3 ляма. Супер. Поехали дальше. Так, ну тут синие кристаллы. Эти можно, в принципе, не особо спешить открывать. Потому что будет перелимит. А, так, отлично. Ставим блинк, а вот третьи сундучки можно пооткрывать. Тут красные кристаллы. Орех у нас еще падает. Ой, себе. Блинки хоть позабираем. Выживание. Так, питомец. И давайте третье пооткрываем. Ну, отлично. Красных дал. На русском, к сожалению, такого нет. Поэтому я же говорю, русский реально печальный сервер стал. Я даже там так перестал трешивать. Так иногда докупаю то, что надо. В основном сейчас играю вот на этих серверах. Так, отлично. 34. Я думаю, сегодня уже до 35 докачаю. Обычных питомцев, конечно, здесь очень не хватает. Так. Ну, самое основное, я же говорю, что сегодня мы получили, это письмо и эмблемки замедления. Восьмой эмблемки разброса. Еще только корки не хватает. Корка есть. Ну, как видите, здесь и ожог есть, и ракушка у меня есть по 5. А вот корка на английском сервере сегодня будет. Вот так вот. Вот такие вот, ребята, акции. В принципе, довольно-таки неплохо, я вам скажу. И тайка постепенно-постепенно начинает набирать обороты. Отличается она от английского сервера очень даже, поэтому без доната намного лучше, чем на английском сервере, и возможностей намного больше. Вот так вот. Ну, плюс обнова тут в первую очередь. В общем, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, я побежал дальше.